Что здесь важно сказать? Все в основном онлайн-площадки, Artfinder, SearchArt и ArtMajor, они ориентированы на Великобританию, США и Францию, потому что Париж, Лондон и Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес — это основные арт-столицы, да, то есть это где, знаете, такое максимальная концентрация и скопление людей, которые покупают искусство, это максимальные, знаете, как такие мекки для арт-ярмарок, каких-то арт-событий, и, соответственно, это основные страны потребителей искусства. Еще, конечно, очень хорошо сейчас развивается, у меня уже были продажи, это Азия, это Гонконг, Сингапур и Middle East, да, это у нас Дубай, Катар, ну, соответственно, как бы мои картины в Катар не полетят, но я очень часто отправляю в Дубай, опять же, почему? Потому что в Эмиратах очень много живет экспатов, да, и в основном это люди, которые по контракту там работают, и в основном это жители Великобритании, они себе покупают картины туда. Вот, и, соответственно, здесь цифры, которые очень хорошо показывают, что Великобритания и США — это две основные страны, которые покупают картины через онлайн-галерею.